Добрый день, дорогие друзья, уважаемые отцы. Очень рада быть здесь, и атмосфера, в которой мы тут находимся, вот два дня уже, очень радостная, любовная, как будто мы все с вами давно-давно знакомы. И мне кажется, что наш отец Виктор очень радовался бы, видя вашу школу. Кто-то знает среди присутствующих отца Виктора, но в основном он никому не известен. Ну, попробую вам поведать о нем. Буду читать, чтобы быстрее было. Полгода тому назад, 8 ноября 2016 года, после продолжительной и тяжелой болезни в больнице города Резекне, на 79-м году жизни скончался бывший настоятель храма преподобной Ефросинии Полоцкой в латвийском городе Карсово, архимандрит Виктор Мамонтов. Перед кончиной отец Виктор причастился святых христовых тайн. Вечером, в тот же день, 8 ноября, отца Виктора в гробе привезли в родной храм, где он прослужил почти 30 лет. И все время, четверо суток до дня отпевания, храм был открыт, и круглосуточно не прекращалась молитва, непрестанно читалось четверо Евангелия. На чтение священного писания приезжали священники с окрестных приходов, а также духовные чада архимандрита Виктора, желавшие принять участие в чтении и молитвах о своем духовном отце. 12 ноября 2016 года состоялось отпевание и погребение новоприставленного архимандрита Виктора. Перед отпеванием была совершена божественная литургия, к началу которой, что чудо само по себе, маленький деревянный храм был наполнен верующими, съехавшимися не только со всех городов и уголков Латвии, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Иерусалима и других городов. Храм был полон священнослужителей и мирян, и не только православных, но и католиков, и лютеран, и не смог вместить всех желающих присутствовать на отпевании архимандрита Виктора и проститься с ним. При пении погребальных стихир происходило прощание с почившим батюшкой, которое длилось около 2 часов. Кем был этот человек? Каким он был? Незабытый людьми за долгие годы болезни, 5 лет с 2011 года, отец Виктор уже не мог ни служить, ни общаться с прихожанами, который собрал у своего гроба несколько сотен верующих и многих молящихся в этот же час в храмах разных городов мира. За небольшое отведенное время выступления попробуем хотя бы приблизиться к личности и служению отца Виктора. Архимандрит Виктор, в миру Виктор Авраамович Мамонтов, родился 10 сентября 1938 года в селе Новый Ямполь Зейского района Амурской области РСФСР. Его отец Авраам Никитич Мамонтов, 1899 года рождения, был директором школы в Приморье. Он был репрессирован и умер в лагере в 1943 году. Его мать Вера Дмитриевна Мамонтова дожила до 1993 года. Венчались родители в Благовещенске. В браке у них родились 9 детей. В детстве Виктор крещен не был. Окончив в 1960 году Южно-Сахалинский педагогический институт, факультет русского языка и литературы, он работал учителем, а позже директором деревенской школы. А с 1962 по 1965 годы учился в аспирантуре Московского государственного педагогического института
И в 1965 году защитил диссертацию на тему драматургии Алексея Арбузова, получив степень кандидата филологических наук. Преподавал на кафедре литературы в Южно-Сахалинском пединституте, затем переехал в Москву и в должности доцента работал в Московском пединституте, преподавая русскую литературу до 1978 года, когда Виктор Мамонтов решил оставить филологическое поприще и посвятить себя иноческому пастырскому служению. Призвание к монашеству Виктор впервые ощутил, побывав в 1975 году в Почаевской лавре, почувствовав себя, по его собственным словам, не на земле, а на небе. В 1979 году он стал послушником Свято-Успенской лавре, город Почаев, Украина, желая принять здесь монашеский постриг и остаться в лавре навсегда. Но 12 июля 1980 года, в день апостолов Петра и Павла, Мамонтов вынужден был покинуть лавру, так как из-за ужесточения паспортного режима перед Олимпийскими играми, впервые проходившими в СССР, власти лишили его прописки в городе Почаеве. Поводом к этому послужили его высшее образование, кандидатская степень и оставленное им поприще преподавателя Московского вуза ради ухода в монастырь. Оказавшись в столь трудной и даже опасной ситуации, изгнан из монастыря, ни работы, ни прописки, власти в любой момент могут обвинить в тунеядстве, что тогда грозило судом, высылкой, непредсказуемыми последствиями, Виктор Мамонтов поехал за советом к старцу, архимандриту Серафиму Тяпочкину, настоятелю Свято-Николаевского храма в селе Ракитское Белгородской области, куда часто приезжал владыка Леонид Поляков, так как отец Серафим был духовником владыки. После беседы с Виктором отец Серафим направил его в Ригу с сопроводительным письмом к митрополиту Рижскому и Латвийскому Леониду Полякову, сказав, что владыка Леонид будет ему как отец. Так и случилось. Владыка принимает решение рукополагать Мамонтова в иерея, прекрасно понимая, как трудно будет добиться разрешение от уполномоченного из Совета по делам религии. И уже в воскресенье 31 августа за Божественной литургией в Рижском кафедральном Свято-Троицком соборе Виктор Авраамович Мамонтов был рукоположен митрополитом Леонидом в сан диакона, а через неделю, 7 сентября 1980 года, в сан иерея к храму святителя Николая, архиепископа Мирликийский, города Тукумса. В 1981 году отец Виктор поступил на заочное отделение Московской духовной семинарии, которую закончил в 1986 году. 12 февраля 1982 года в своей домовой церкви преподобного Серафима Саровского в Рижском женском монастыре митрополит Леонид постриг мантию отца Виктора Мамонтова, оставив имя Виктор, но сменив святого. В честь младенца мученика Виктора память его совершается на следующий день, 13 февраля. В апреле 1982 года митрополит Леонид назначает отца Виктора настоятелем церкви преподобной Ефросинии Полоцкой в городе Карсове с обслуживанием еще трех приходов. По благословению митрополита Леонида, отец Виктор был духовником Рижского Свято-Троицы Сергиева женского монастыря. Но вернемся к истокам. Отрочество и юность Виктора Мамонтова прошли в Южно-Сахалинске, где в те годы не было ни одного храма. Занятия литературой и конкретно наследием Максимилиана Волошина, чьим творчеством он собирался серьезно заниматься, писать о нем диссертацию, привели Виктора в Коктебель, в дом поэта, как называли его современники Волошина.
где его вдова Мария Степановна Волошина бережно сохраняла архив мужа. Мария Степановна, проникнувшись симпатией к Виктору, видя его глубокий интерес к литературе, к Серебряному веку, обратилась к Анастасии Ивановне Цветаевой с просьбой помочь молодому филологу в Москве. Но, наверное, не только о Волошине и поэтах Серебряного века говорили они. В 1971 году Виктор стал христианином, и крестной матерью его была Анастасия Ивановна, познакомившая Виктора с отцом Дмитрием Дудко, тайно крестившим 33-летнего Виктора Мамонтова у себя дома. Продолжая преподавать, ведя курс по русской и советской литературе, молодой педагог старался обратить внимание своих студентов, будущих учителей, на вечные ценности, раскрывая духовную составляющую литературных произведений, говоря о нравственности, добре, красоте. Его студенты были ему очень дороги, и многие, чутко воспринимая слово преподавателя, помнили его всю жизнь и считали, что именно его лекции открыли для них путь веры. Хотя, разумеется, в пединституте имени Ленина в 70-е годы XX века доцент-филолог не мог говорить о Боге. Но это была прикровенная проповедь будущего пастыря, когда он делился богатством своего внутреннего мира, меняя тем самым своих студентов. Это был тот исток, в котором из преподавательского поприща Мамонтова берет начало священническое служение отца Виктора, воплотившее полностью его призвание служить Богу и человеку. Но вряд ли тогда кто-либо из его студентов мог представить себе, что после Москвы и столичного вуза главным местом и жизни, и служения для Виктора Мамонтова до конца его дней станет захолустный маленький городок в бедной, неблагополучной Латгалии, приграничной с Россией области Латвии, и запущенный, нуждавшийся в срочной реставрации и капитальном ремонте храм. Когда отец Виктор был назначен настоятелем церкви преподобной Ефросинии Полоцкой в Карсове, здесь не было даже колоколов. Их еще во время Второй мировой войны реквизировали фашисты на военные нужды. Колокол заменял стальной рельс, било. Иконостас сплошь состоял из бумажных икон. Алтарь был ветхий, с дырами и щелями. Стены, потолок, пол были выкрашены масляной краской. В церкви было трудно дышать. Средств, конечно, не было никаких. И в 1985 году отец Виктор начал обновление и реставрацию храма. Переделали алтарь. Псковские мастера потрудились над резной колокольней и покрыли купол серебристым лемехом из осины. Церковь очистили от краски, сняли со стен фанеру, храм задышал. После реконструкции церковь в Карсове стала одной из красивейших в Латгалии. Архитектура ее вообще нетипична для Латвии. Она скорее похожа на старинные деревянные храмы русского севера XIV-XV веков. Интерьер храма тоже своеобразный, в нем все деревянное. Стены из тесаных бревен, пол из некрашенных досок, дубовые скамьи вдоль стен. Над реконструкцией интерьера храма работали псковские, московские и рижские мастера. Иконостас ставили москвичи, резчики по дереву и иконописцы, ученики архимандрита Зенона Теодора. Четыре иконы написаны самим отцом Зеноном, духовным братом и другом отца Виктора. Очень важной для интерьера и всего облика храма явилась работа псковских кузнечных дел мастеров. Так сформировался уникальный по красоте и стилю интерьер церкви преподобной Ефросинии Неполоцкой. А надо сказать, что изначально это бывший дом священника, приспособленный под церковь.
И постепенно скромный, казалось бы, храм в Карсове стал притягивать людей своей целостной проповедью благой вести, свидетельствовавшей об истине и красотой православного богослужения, совершаемого отцом Виктором благоговейно и всегда полным чином, независимо от числа молящихся, и образной цельностью храма, сразу настраивающей входящего на тишину, созерцание красоты и помогающей всякое ныне житейское отложить попечение. Ведь церковь проповедует одновременно и словом, и образом, и отец Виктор понимал, что облик храма является составной частью богослужения, как и церковное пение, архитектура, обряд. Если попытаться охватить 30-летнее священническое служение отца Виктора, то можно увидеть, что главным для него, как для пастыря, было собирание верующих в общину, духовную семью, воцерковление христиан, их сознательное участие в таинствах церкви, понимание мирянами смысла Евхаристии. В храме преподобной Ефросинии постепенно сложилась традиция народного пения, а не клиросного. Молящиеся пели всю литургию от начала до конца под руководством тех членов общины, которые знают устав. И не было никогда ни платного псаломщика, ни платного хора. Литургический опыт служения отца Виктора явился во многом примером преодоления искажения церковного сознания. Отец Виктор рассказывал: «Когда я приехал в 82-м году на приход преподобной Ефросинии Полоцкой, я обнаружил нарушение таинства Евхаристии, то есть не было постоянного общения в воскресный день христиан друг с другом и со Христом. Жизнь поставила передо мной задачу оживить приход, создать общину, духовную семью, члены которой жили бы в любви и в единении с Христом и друг с другом. Я так хотел, чтобы мы все вместе представали пред Господом как единая духовная семья. Пастырь должен разделить чашу жизни со всеми чадами. Тогда мы являем собою церковь. Господь призывает нас разделить с Ним Его чашу, то есть Его жизнь». Отец Виктор с болью говорил, что, цитата, «совершая Евхаристию без причастников, порою сам не допуская желающих участвовать в ней, как это нередко бывает у нас, например, на Пасху, предстоятель занимается самопричащением, которое разрушает смысл таинства. Тайная вечеря без апостолов немыслима. Предстоятель должен молиться не вместо народа, а вместе с народом. Когда у пастыря нет общины, нет духовной семьи, а есть приход с отдельными прихожанами, то невозможно совершить Евхаристию. Дело не в количестве молящихся. Община может быть очень маленькой – 3 человека, 10, 30. Но важно, чтобы члены ее были связаны друг с другом и пребывали в любви. Если мы хотим действительного возрождения евхаристической жизни, мы должны обрести понимание Церкви как Евхаристии, как организма любви. Те, кто знали отца Виктора, могут сказать, что он отличался добротой, сердечностью, ласковостью, заботой о других, отсутствием тщеславия и эгоизма, чистотой, искренностью и простотой в общении. С полным самоотречением отец Виктор отдавал себя без остатка и церковному служению, и людям, не ожидая наград земных, а часто встречая и насмешки, и осуждения, и оскорбления, и грубость. И только повторял вслед за отцом Таврионом, что «с Богом потерь не бывает», продолжая служить, отдавать всего себя всем и каждому. Здесь мы соприкасаемся с тайной смирения и любви, которую являет нам Иисус Христос.
Священник принадлежит каждому человеку, потому что принадлежит Христу. Таким священником был отец Виктор Мамонтов. Пасторское служение было определяющим в его жизни. Особенные отношения складывались у отца Виктора с миром детства. Внутренний покой и умиротворение, исходившие от батюшки, его радость, искреннюю открытость навстречу каждому, дети чувствовали мгновенно. Маленькие дети всегда старались просто прижаться к нему. И такое общение переживалось ими, как настоящее счастье. Но и подросткам с ним было хорошо и интересно. Отцу Виктору удавалось говорить с этим трудным народом о серьезных и важных вопросах легко, просто и естественно, органично подводя их к мысли о том, что все разрушающее нашу жизнь в любви и доверии – это и есть грех. И если мы можем это увидеть в себе, назвать и поделиться с другим человеком, то наша жизнь действительно меняется. Для многих детей это было как откровение. Оказывалось, что исповедь – это не неприятная обязанность, а благо, которое дарит нам Церковь. Летом, во время детского лагеря в Карсове, на тех богослужениях, где присутствовало достаточно много детей, отец Виктор часто, начиная проповедь на Евангелие, ставил рядом с собой кого-нибудь из детей – из тех, что облепляли в это время пространство амвона, и начинал задавать ребенку вопросы. И все происходило очень естественно. Так они и проповедовали евангельское слово. Один устами младенцу, и другой тот, кто по-настоящему вместил «Будьте как дети». Отец Виктор писал, цитата, что для общения с детьми взрослым нужно умоляться, учиться жить всей глубиной детства. Жизнь ребенка дышит духом доверия. Дети имеют особое призвание и назначение в созидании Царства Божия. Конец цитаты. Отцу Виктору удивительно удавалось объединять людей. Видимо, потому что он вел их к источнику объединения, Иисусу Христу. Убедительность его проповеди коренилась в его вере, живых и личностных отношениях с Богом, в подвижнической жизни. А главной движущей силой служения отца Виктора являлась любовь. Макарий Великий говорил, что молитва рождается от любви. И поистине, дерзновение молитвы отца Виктора, его подвиг молитвы о сотнях людей живых и усопших рождены были дерзновением любви. Это призвание отцовства, священства, самосущность которого есть сострадательная любовь. Для отца Виктора милосердие всегда было выше справедливости. И самое истинное богословие – приближающее нас ко Христу, свидетельствующее о Нем, помогающее как-то почувствовать подвиг жертвенной Христовой любви, есть богословие любви, явленное и являемое нам в жизни добрых пастырей. Любовь – это то, чего больше всего жаждет душа человека, на что всегда откликается дефицит любви в мире, самый острый, имеющий трагические последствия – дефицит. Потому и ехали к отцу Виктору люди из разных уголков Латвии, России, Западной Европы, из Америки, разных возрастов, социальных слоев, верующие и неверующие, чтобы погреться у очага любви, горящего в маленькой Карсове, где условия жизни, особенно в холодное время, были самые аскетичные, и где на улицах частенько ни один фонарь не горел. Но сколько счастливых, светящихся глаз,
сколько вдохновения и желания изменить свою жизнь видела я в людях, побывавших в Карсове. Мой сын, считая Карсову лучшим местом на земле, а отца Виктора святым, привозил к батюшке друзей. Возвращались они счастливыми, окрыленными. Не все из них стали христианами, но каждый ощутил, что он любим, что ему рады, что существует подлинная жизнь и отношения между людьми, основанные на любви. Один из них, молодой мужчина, сказал, что за всю жизнь у него ни с кем не было такого разговора, как с отцом Виктором. В присутствии отца Виктора у человека появлялось желание стать лучше, чище. Батюшка был убежден, что исцелить человека, поднять упавшего, можно только любовью. Даже разговор с батюшкой по телефону мог изменить жизнь, поднять над болью, над бедой, дать надежду. И дело не в словах, он как будто не говорил ничего особенного. Все в том, как он с тобой разговаривал, сердцем, полным любви. И слова, исходящие из сердца, наполняются совсем новым, бесценным значением и смыслом, потому что все слова свидетельствуют о любви. И сам голос, порой слабо слышный в трубке, казалось, соткан из любви. Он ласкает, радует, успокаивает. И чувство тепла, радости, неоставленности входит в тебя и помогает жить. И сколько детскости, искренности, свободы и радости было в отце Викторе. Думаю, это сокровище его опыта жизни по Евангелию. А библейская истина о том, что Бог хочет спасения всех людей, жила в отце Викторе и питала его и нас. Как-то во время личной беседы в его маленьком кабинете батюшка поведал мне радостную новость. «Ты знаешь, все спасутся!» Сказал он мне с радостью, как будто эту новость ему вот только что сообщили. И он, переполненный ею, спешит поделиться, передать дальше, чтобы все узнали и обрадовались. «Да, батюшка», – отвечаю я, радуясь. Он продолжает. «Все спасутся!» Понимаешь, и буддисты, и все! И такая радость на нем сияла, он весь светился, был счастлив, получив это откровение Духом Святым, и передал его мне. И в заключение приведем цитату из его статьи «Подвиг ученичества», где отец Виктор пишет: «В школе Христа главный предмет – любовь. Что поразило учеников во Христе? То, что Он любит всех. Когда мир слышит об убийствах, террористических актах, то христиане должны понимать их как крик о помощи заблудших детей Божьих, крик, неосознанный ими самими, вырывающийся из их душевного подполья. Только ученики Христа, только в школе Христа нам правильно объяснят происшедшее и покажут истинный путь из нравственного тупика. Меня не любили, меня мало любили, меня обижали, меня не научили любить, а я хочу любви, хочу жизни». Вот что должны мы услышать в этих выстрелах и взрывах. Юридический закон глух к этому крику. Он не может дать просимую в такой парадоксальной форме любовь. Вместо нее он дает оковы, тюремную решетку, казнь. Ученик Христа понимает, что без ближнего, без служения ему нет пути в Царство Небесное. Только мой ближний, которому я должен служить всей моей жизнью, открывает мне дверь в Царство Небесное и вводит в него.
быть всегда в любви, вот в чем подвиг ученика Христа. Христос всегда и неизменно нас любит, и наши грехи не могут отменить Его любви. Он не сводит счетов с нами. Он принимает нас такими, какие мы есть. Так и мы должны подражать Его любви, Его жизни, быть похожими на Него. Ведь святой человек – это тот, кто похож на Христа. Как в любой школе, в школе Христа нас тоже ждет выпускной экзамен. На нем каждому зададут только три вопроса. Первый – любишь ли ты меня? Второй – любишь ли ты меня? И третий – любишь ли ты меня? Спасибо. Kas te võiksite natuke veel pikemalt öelda selle kohta, et lastel on oma väga oluline roll Jumala riigi ülesehitamisel? No, видите, при нашем таком цитноте, но отец Виктор действительно говорил, что надо учиться у детей. Это не слова были какие-то. Он сам подлинно делал так, показывал нам это действительно своей жизнью. Он задавал ребенку, и вот даже во время службы, и на трапезе, и в каких-то прогулках, самые серьезные вопросы. И дети, доверяя ему, как-то вот раскрывались, и мы просто замирали порой, слушая вот этот диалог его с детьми. И например, я помню, вот он спрашивает, батюшка, у девочки уже после вечерней службы, там ужина, ну все, надо идти спать, значит, и что мы будем сейчас делать, он спрашивает у детей перед сном. И одна девочка говорит, а мы попросим у Бога забрать нашу душу на ночь. То есть ребенок не знает молитвы, когда мы вот говорим, предаю тебе, Господи, в руки твои дух мой. Да? То есть ребенок это интуитивно понимает. Батюшка говорит, а утром, когда мы встанем, что мы скажем Богу? Мальчик какой-то говорит, ой, мы будем радоваться новому дню и благодарить за солнышко. А батюшка говорит, а если дождь пойдет? Такое молчание. Ну, наверное, тоже поблагодарим. А эта девочка, которая просила, что вечером забрать ее душу, она очень серьезно добавляет. Надо попросить, чтобы он вернул нашу душу утром. Ну вот эти примеры того, что Бог реально живой вот в сердцах детей, это какое-то убедительное. Там, знаете, многие взрослые люди, которые приезжали, вот действительно люди, как бы думающие, что они неверующие, они от этих детских вот откровений задумывались, и дети вот таким своим, ну, необыкновенным свидетельством, можно сказать, о Царстве Божьем, приводили многих людей к Богу, к вере. Мы просто с батюшкой шутили, что школа тут детей, и вот в нее надо приводить взрослых. Чем человек, так сказать, упрямее, да, неподвижнее в своем таком духовном каком-то столбнике, тем только ребенок, только это средство ему может помочь. Ну, это, конечно, так, я понимаю, может быть, не ответ, но отчасти и ответ, наверное. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.